Во-первых, Минобороны вначале предполагала меньшую цифру. Не 300 тысяч человек. Первое. Второе. Ничего дополнительного не планируется. Я никаких предложений от Минобороны на это счет не поступало. И в обозримом будущем я что-то не вижу никакой необходимости. Вот. Что касается бестолковщины, о которой я сказал, связана она со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной. Поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что эта работа уже заканчивается. Сейчас на войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных.